Всем привет, всем добрый день или вечер, когда вы смотрите видео. Сегодня я сделал такой обзор ботинок зимних от компании Salomon. Модель их называется GT. Даже не GT, там больше как бы там Сочи GTX. Вот такая вот у них модель. Имеет они раскраску такую сероватую, такую, ну, больше черную с оранжевым. Вот, официальную информацию я про них как бы не нашел, нашел как бы много, ну, средних отзывов, таких вот, отзывы были больше положительные, я вам скажу, даже большинство, даже процент 90 было положительных, я отрицательных в них не нашел, в принципе, потому что вообще мало про них информации. Вот так они, в принципе, выглядят. Я купил их в сети магазинов спортивных товаров. Сейчас почему я расскажу, мой выбор остановился именно на вот таких вот замечательных зимних вот ботинках. Так как я очень люблю, ну, туризмом заниматься, ну как вот туризмом там, в походы, в принципе, да, всякие вылазки, да, вся эта тема выживальческая близка очень. Мне нужна была такая, знаете, обувь зимняя. Обычно я ходил, были у меня такие ботинки, там они были высокие. Ну, в принципе, они уже поизносились, и что-то захотелось стоит такого трекингового купить себе. Почему именно компанию Salomon? Да потому что у меня уже были кроссовки этой компании под названием Speed Cross, что-то вот типа такого, я лично вот не помню, как они вот точно назывались, но они мне очень-очень понравились, да, и вот эту модель я выбирал, как бы, ну, зная свои прошлые знания по марке Salomon, вот. Стоили они в пределах где-то 5-5,5 тысяч. Ну, не очень дорого, рассчитывал я подешевле, конечно, купить, смотрел различные марки, там, той же Колумбии, там, другие, на вот какую-то мне там она понравилась, но я не помню, честно, у разных, конечно, производителей, ну, разные свои цены, там, были цены подороже, я дороже 5000, ну, 6 я не собирался вообще покупать их. Но вот эти вот кроссовки мне обошлись, ну, 5 с чем-то, я очень доволен. А пока что я сразу, когда ходил, я понял, что, ну, понравились. Вот просто сидят по мне. Вот просто по мне сидят, конечно, с размерами там. Вот у меня, какой я ношу, вот размер обычных кроссовок, 42, там 27 сантиметров, да. Здесь мне подошел 41, 26,5. Но я еще там рассчитывал на второй носок, и как бы даже в отзывах я нашел, что кто-то носил без теплого носка их зимой, минут 30, хотя позволяет это, в принципе, все, здесь такая вот мягкая подкладка, или даже не знаю, такой вот, ну, теплая, не что сказать, вот теплые. Ну, сейчас вот именно остановимся, наверное, давайте посмотрим на сами кроссовки, потом я их одену, наверное. Вот, сейчас я камеру возьму. Итак, давайте по порядочку. На носке у нас имеется вот, как бы сказать, вот такая вот кожа, скорее даже вот, или кожа заменителя, даже не знаю. Но она спереди очень твердая, что мне очень нравится, так как носок-то есть, носок, блядь. Вот здесь вот, как вот можете наблюдать, уже идет такая более черная, да, она идет вот вокруг, вот здесь вот она идет вот сверху. Она идет именно мягче, мягче, чтобы как бы нога, ну, как бы не была она такая вот как каменная, да, она должна, конечно, сгинаться. Вот, и по всей вот материал такой, я же не знаю, что за материал отличный, я не знаю. И потом, что интересно, вот здесь вот идет такая вот, ну, как бы вот тесьма. Это такая вот ткань вот, да, так, у меня вот на прошлых кроссовках была такая, и она реально выдерживала, ну, попадание в лужу, к примеру, да, и ничего с ней, в принципе, не случалось. Ой, так, по всей вот материал такой весь идет. Шнурки, конечно, вот я
Любитель, конечно, такой шнурков. Сверху петельки, здесь такие вот непонятные, как бы, что со временем может, не знаю, может там что-то случится с ним, может они как бы порвутся. Честно, даже не знаю, лучше бы они сделали того, что все бы такие петельки бы, такие крючочки бы скорее, там, крючочки, не петель, крючочки. Здесь у меня находится мой размер, вот, что я вам не вру, сделан не в Китае. Так. Вот, я сфокусировался, в принципе. Сейчас вам покажу. Made in China, вот 42 размер, 26,5. Вот такой вот у меня размер сейчас вот выбрал, потому что мне очень не подошли. Очень не понравились мне. Что сказать про утепление? Кто-то писал, что в минус 30 он спокойно ходил и ноги не мерзли. Ну, как бы нормально. Еще у нее тут пятка такая усиленная, да, вот мне вот нравится очень. Пятка, она массивно выглядит и не очень, они как бы сжимают ногу. Это очень хорошо, в принципе. Про сам протектор. Сам протектор их. Ну, вы можете наблюдать, что он как бы направлен внутрь, как бы. Ну, и должен, в принципе, там лежать снег, все нормально. Он... На льду они обязательно, ну, блин, ну, все скользят, они будут тоже скользить, но это как бы не проблематично, в принципе. А, вот, сейчас, я даже не помню, вот которые следующие кроссовки я мерил, кроссовки, господи, ботинки, говорю, заговариваюсь, ботинки мерил, фирма сломала, они стоили где-то в размере 4000. И как-то меня не особо удивили. Эти немножко подороже были. Но почему-то именно в них я прям почувствовал просто вот удобство, просто комфорт, понимаете? Мало того, что вот эта обувь, которая используется в походах, тех же, да, вылазках, для на прохода больших расстояний, тем более по пересеченной местности, она должна была быть очень удобной. Вот, заговариваюсь, просто камеру немножко отвожу. Очень удобный, и мне кажется, это важно, важно, так что ноги натирали, там никакого дискомфорта не было, тем более если зимой должна быть теплая обувь. Мне даже говорили, что вот зачем вот подкладка, мол, вот, есть же как бы, ну, обычный материал. Нет, я доверяю как вот эту полумеху, я даже не знаю, как это сказать, такое, ну, не знаю, просто мне кажется, они будут теплее, реально. Ну, еще проверим, конечно. Сейчас я при вас, наверное, ну, начну одевать их. Ну, и сами посмотрите, как они завязываются. Хотя тут ничего такого сверхъестественного нету. Так, сейчас я поставлю камеру. И уберу коробку. Так, коробка поставлю вот сюда. Итак, вот, сейчас я сфокусирую и начну их одевать. Сейчас, опа, итак, это у нас правый. Шнурки у нас длинноваты лично, я, наверное, может быть, покороче их сделал, они реально длинны. Вот так, в принципе, выглядит вот язычок. Вот он такой пришитый, он как бы защищает попадание чего-то внутрь. Вот. Вот, господи. Ага, сейчас еще кое-что. Внутри имеется другой расцвет меха, подкладки, утеплители. Но какой-то другой, ну, не знаю, вот здесь какой-то он такой мягкий более. Здесь он такой более жесткий, более, как мне кажется, даже теплый. Сейчас мы одеваем так. Опа. Подтягиваем. В принципе, мне кажется, очень будет мне комфортно в них. Так как, когда я мерил в них в магазине, я немножко в них походил, я сразу же понял, что они с того стоят. Я решил не сэкономить денег на комфорте, на удобстве. Вот так, в принципе, надо найти, вы можете не дать, да? Со штанинами будет выглядеть вот так. Я сверху не буду ее, конечно, чтобы все кроссовки не вот так вот делать. Я просто вам так покажу сбоку, да. Сейчас второй один. Второй скорее.
Раз, поправили. Перекрест. Раз, крючочек. Перекрест. Два, крючочек. Все, в принципе, просто. Но если бы немножко покороче шнурки, было бы вообще супер. Вот так, короче, выглядит. Сгинается легко, даже можно никаких усилий не предлагать. Спокойно сгинается обувь. Вот. Поддержка хорошая, в принципе, даже вот вы можете взять, вот обувь гнется, да? Носок, конечно, вот такого вот, что даже не чувствуешь, как бьешь. Это очень хорошо. И протектор я покажу сейчас. Вот так вот. Ладно, на этом закончу свое видео. Всем, кому понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите мои еще больше обзоры. Всем пока.